встречайте, для вас поет лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при телевизионного конкурса «Золотой голос России», артистка белорусской эстрады Ульяна Шелах. Пошукати, як маці почула, дюся затримтела, невже у гості к дьяблу дочка захотела, як маці почула, дюся затримтела, а русські чувани протяг, я є тема. Чарувая кветка, прошу, не ходи ты в той темный лес, детка, навеки загубить душу твою кветка. Не бойся, матуля, не бойся, прошу я, за дивную кветку не выдам душу я. Не бойся, матуля, не бойся, прошу я, не очисти в лесе утым, не ночуе, да вся каканы у Ивана купаны. Где темной ночкой девчина пропала, но вам не помню, я был там успехой, я стала девчина чарованной кветкой. Прошу, не ходи ты в той темный лес, детка, чарованная кветка. Прошу, не ходи ты в той темный лес, детка, навеки загубить душу твою кветка. Oh,